знаешь? Нет, хорошо тогда. Давай у нас не бежишь. Здрасте. Музей Ткаченко, город Нальчик. Вот. Сегодня у нас 1 июня, День защиты детей. Слово для открытия выставки Северокавказского конкурса детского изобразительного искусства имени Андрея Лукича Ткаченко предоставляется заместителю министра культуры Кабардино-Балкарии Аминат Хадисовне Корчаевой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня замечательный праздник, прекрасное событие, 1 июня, День защиты детей. Я хочу поздравить с этим прекрасным праздником всех наших дорогих детей, родителей, педагогов, потому что будущее, настоящее наших детей, это может быть самое главное в этой жизни, потому что это будущее нашей страны. И самое главное для нас, взрослых, это обеспечить им прекрасное будущее, прекрасное настоящее, с тем, чтобы они могли получить все необходимые знания, условия для развития, с тем, чтобы они могли стать достойными, прекрасными гражданами нашей замечательной республики, нашей прекрасной страны. Уже по сложившейся традиции здесь, в этих стенах прекрасного музея, музея, который носит имя Андрея Лукича Ткаченко, вот уже который год проходит прекрасный конкурс, прекрасный фестиваль детского изобразительного творчества. Фестиваль, который носит имя Андрея Лукича Ткаченко. Прекрасного человека, прекрасного педагога, педагога с большой буквы, который сумел, благодаря своему золотому сердцу, своему таланту педагога, вырастить целую плеяду замечательных художников. Художников, которые сегодня украшают своими золотыми буквами, вписаны в небосвод изобразительного искусства Кабардино-Балкарии. Не только Кабардино-Балкарии, их имена хорошо известны за пределами республики и страны. И я думаю, что и сегодняшний конкурс, сегодняшний фестиваль – это тоже продолжение дела Лукича, как мы все его любовно называем. Я хочу еще раз поблагодарить наших замечательных детей, замечательных родителей, педагогов за то, что они принимают активное участие в этом конкурсе. Я думаю, что сегодня мы увидим очень много замечательных, новых, прекрасных работ. Может быть, какие-то новые имена откроются, потому что очень многих юных художников мы хорошо знаем, из года в год любуемся их работами, восхищаемся. И еще раз хочу поздравить всех с этим прекрасным, замечательным событием. Спасибо всем вам, всем тем, кто пришел сегодня на это замечательное событие. Спасибо огромное. Дорогие друзья, как вы видите, в этом году в связи с пандемией коронавируса мы решили провести в камерной обстановке. Никого не приглашали. Тем не менее, сегодня у нас очень много гостей, много высоких гостей. И я с удовольствием хотел бы сейчас предоставить слово нашему высокому гостю, вице-спикеру парламента Кабардино-Балкарии,
олимпийскому чемпиону Карданову Мурату Назбиевичу. Дорогие друзья, уважаемые родители, замечательные наши красивые дети. Я очень рад сегодня здесь находиться и присутствовать. Такой замечательный день и праздник. И очень символично, что в выставочном зале имени Андрея Ильича Ткаченко проводится в День защиты детей. Это выставка. Выставку, которая сегодня вновь нас собирает, и можем вместе порадоваться замечательной работой наших детей. Именно наших детей, потому что других детей не бывает. И я думаю, что если что-то людей может объединить, а это всемирный праздник, наверное, именно дети могут быть поводом для этого. И даже, может быть, не очень добрые люди, может быть, и сердце у них растопится при виде наших замечательных детей и очень талантливых детей, которые сегодня находятся здесь. Полностью согласен и присоединяюсь к словам, которые сказаны по хадисам. И очень рад, что эти традиции, которые сегодня имеют свое продолжение. Андрей Лукич сделал многое и работая в самое сложное время, послевоенное время, воспитывая своих детей. И это был, наверное, лучший свет тот сложный период времени для людей, проживающих в Советском Союзе. И по этой дороге действительно прошли очень много достойных граждан нашей республики, которые уже вышли по своей работе, по своему таланту за пределы Кабардино Балкарии. И дорогого стоит те слова и стихи, которые сегодня здесь отображены, написал Руслан Семенов. И благодарные ученики всегда об этом вспоминают и говорят. Я еще раз хочу всех поздравить с этим праздником, всех родителей, всех детей. И дай Бог, чтобы мы имели такую возможность, были участниками, не просто свидетелями, когда эта традиция будет жить еще долгие-долгие годы. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо большое, Мурат Назбиевич. Уважаемые друзья, все мы знаем, что конкурс проводится в двух возрастных категориях, в пяти номинациях. Так что дипломов много, призов много. И мы знаем, что Андрей Лукич был родом из Краснодарского края. К сожалению, представитель пока не успел подъехать. Мы приглашали по одному преподавателю из братских регионов Северного Кавказа. Призы упакованы. Я просто сейчас зачитаю победителей из Краснодарского края, потом перейдем к тем, кто присутствует в этом зале. В младшей группе в номинации «Живопись» второе место заняла Коркина Софья, Воробьева Полина. Первое место заняла Ляпко Вероника и Долженко Александра. Все из Краснодарского края. Сегодня у нас в гостях наши друзья из Северной Осетии. Мы хотели бы пригласить на эту сцену, можно сказать, директора детской художественной школы города Моздок Наталью Ивановну Лапкову. Владимир Савитик из награжденных. Здравствуйте, с праздником всех. Дорогие друзья, нам очень приятно здесь присутствовать, и по традиции уже 12-й год, я не ошибаюсь. Да, мы приезжаем в этот прекрасный город, и несмотря на какие-то ограничения, мы приехали командой, и команда наша погуляла с утра вот в парке. Да, отмечены у нас несколько детей, но мы вот привезли единственную, самую младшую нашу девочку. Назови себя. Тамила. Тамила. У нее первое место. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое организаторам, спасибо большое семье Ткаченко. Огромное спасибо. Мы очень рады быть здесь. В номинации
живопись. За первое место награждается Алиева Танила. 7 лет. Работа «Радостная встреча». Детская художественная школа, город Моздок. Преподаватель Дмитриченко. Также дипломы будут переданы. За второе место Папазовой Злате. 3 место Жуплей Элина. 3 место Коваленко Софья. 2 место Дегтярева Анастасия. 3 место Иванова Дарья. И Ващенко Вера за 3 место. Все они юные дарования из Республики Северная Осетия Алания. Приглашается Тамила Ахметовна Амаржанова, Республика Дагестан. Ежегодно учащиеся Тамила Ахметовны занимали призовые места, и этот год тоже не стал исключением. Здравствуйте. Очень приятно здесь находиться. Нальчик прекрасный город, зеленый, красивый. И спасибо организаторам, потому что позволяете мне первый год нашим деткам участвовать в этом замечательном конкурсе. Наши детки очень рады. Спасибо. Из Республики Дагестан награждается за первое место Алиева Лейла, Тагиров Магомед Расул, Разуваев Сергей, 2 коллективные работы за вторые места. Первое место также Гасанова Шуяна. И 1 место – коллективная работа «Дагестан» из детской художественной школы города Каспийск. Преподаватель детской художественной школы города Черкесск. Черкесской республики награждается Хапсирокова Наида за 1 место работы «Чабан в горах» детская художественная школа город Черкесск. За 1 место награждается Дураева Аминат, за 3 места награждается Огошков Никита, 3 место также завоевала коллективная работа «Изразцы» из художественной школы города Черкесск. Давайте шутку. Мы доехали, просим вас на сцену. Евгения представляет. Она заняла 1 место за работу. Также из города Ставрополь за 3 место награждается Бугаева Ника. Приступаем к вручению призов учащихся из Кабардино-Балкарской республики. За 3 место в младшей группе номинации «Графика» награждается Барагунова Алина, детская школа искусств города Кемер. Также награждается Ильясова Луиза, детская школа искусств, город Прохладный. Преподаватель Мистрофа. За третье место награждается Яхненко Яна, центр образовательных технологий и родителей.
За третье место награждается Афаунов Беслан. За третье место также награждается Барукаев Ислам. Детская школа искусств «Радуга». Детская школа Мадина, детская школа города Нарчик. За третье место награждается Дюнья Жаворотима, детская школа Радуга, город Нарчик.